Они там у тебя прям плавают, смотри, да? Уже остыли, а все равно еще бурлят. Плавниками шевелят. Плавниками, да, да, да. Заплыв. Ненасильственная замена направляющих. Стоит. Сколько там вчера, кстати, направляющих скидывать пришлось по длине? Чуть ли там миллиметров 15, да? А, ну и есть они такие, да. Я их турбинкой обрезаю. Не заморачиваешься. Ну. Ой, ой. О, смотри какой, да? Красота. Теплая? Тяжелая. Тяжелая? Я вчера много вариками тоже как схватился. Зашипели? Пошел. Тебе еще какое-то потом масло бывает идет. Да? Я не знаю, что такое. Помню, замечал, да, вообще? Тут он начинает нагреваться на проляшке после азота. А, не какая-то... темнеет? Нет, такая-то как... Как будто масло. Масло какое-то. Это консервация у них с них вытекает. Да? Да. Начнем с задней. Не, я ее пока не сюда поставлю. Чуть-чуть подогреться. Угу. Ну, по свету видно, что они такие уже. Классные. Классные? Классные. Ну, по Вольве тоже видно, когда она синеет, бедолага. Жалость. Да. Блин, да сейчас ништяк, она быстро нагревается. А зимой, блин, кочегаришь ее, кочегаришь. Поэтому я предлагаю сделать вот эти штуки, ноги им приделать, большие, высокие, чтобы не и... на коленках вот так вот. А, ну правильно, конечно. Ну только видишь, она, ее куда-то придется вставить. Ну стол должен быть монтажный какой-то, да, чтобы тяжелую, да, головку, да, ставить. Да. Потому что больше пока поставишь... Да, согласен. Ну да, тем более, если один вот так снег, то тяжко. Да. Выше. Минуты заняло, да, по сути? Да. Ну, плюс нагрев. Недолго грелись мы. Сколько мы пришли с тобой? Полчаса. Полчаса, да, где-то минут 40.